Стереометница. Первый официальный уровень, в котором появился самолетик. Сегодня подробно расскажу, как его пройти. Я знаю, что его многие могут пройти, но это гайд для новичков. Поэтому, если вы не можете пройти этот уровень на 3 звездочки, в это видео вам поможет. Вначале нет ничего сложного, просто перепрыгивайте через шипы. Чтобы перепрыгнуть, просто нажимайте один раз на экран. На этом моменте просто можете зажать. На 8% просто перепрыгиваете платформу и шип. На 11% снова перепрыгиваете шип. Тут просто перепрыгиваете один раз. На 13% начинается вот такая полоса. Тут можете зажать. Тут просто перепрыгиваете вот эти шипы. Тут вообще не надо прыгать. Опять прыгаете, еще раз прыгаете. Ждемте и прыгаем. Тут опять перепрыгиваете и тут сможете зажать. Когда вы приземлитесь вот на эту платформу, прыгайте дальше, а то вас убьет этот шип. На 30% начинается кораблик. Сначала вообще ничего не делать, падайте вниз. Потом можете зажать и лететь прямо. Просто нажимаете много раз и вот так летите. Потом вверх, потом вниз, потом снова наверх. Вот так летите, потом вниз, потом поднимаетесь, и вот надо залететь вот в этот проход. Дальше вас снова превратит в квадрат. На 49% есть монета. Для того, чтобы ее забрать, вы должны залезть на это место и потом упасть оттуда. Это должно выглядеть примерно так. Дальше зажимаете. На этом месте надо отпустить. И потом снова прыгнуть. Ждем. И снова прыгать. Тут не нажимайте. Дальше просто прыгаете. Этот момент для новичков очень сложный. Должны прыгать не сразу, а чуть-чуть подождать, где примерно я сейчас. И тогда прыгаете. Если вы прыгнете раньше, то вы умрете. Это выглядит вот так. Дальше просто перепрыгиваете шипы. Тут можете зажать. Потом не прыгайте и спуститесь. И тут снова прыгаете. Тут не надо прыгать и прыгните. На 73% есть монета. Чтобы ее забрать, вы должны прыгнуть на месте, где расположен круг. Потом, вот на этом месте... Должны прыгнуть. Это должно выглядеть вот так. Дальше перепрыгиваете. И тут снова тройные шипы. Их тоже перепрыгиваете. Как я разговариваю с первыми. И тут начинается снова кораблик. И тут есть третья монета. Чтобы ее забрать, вы должны вот так лететь. И залететь вот в этот проход. Дальше летите вверх, отпускаете, летите вверх, отпускаете, летите вверх, отпускаете, нажмите один раз, летите наверх, отпускаете, летите наверх, отпускаете. И все, уровень пройден. А сейчас будет полное прохождение.